попробовали через захват подключить, но так как консоль первое включение, поэтому HDCP на ней по умолчанию включен. Поэтому захватить никак даже не получится, поэтому так будем немножко по-колхозному снимать. Но это на самом деле первое включение, то есть мы ее не выключали, это вот она в первый раз включилась. Да. Мы сейчас её... Покажи, кстати, как она светится. Она очень видно, если выключить сейчас. Все довольно хорошо видно, как она. Да, белым светом. Тут на разных языках нам предлагают нажать вот эту волшебную клавишу. Мы вот нажали, выбираем язык русский. Мы просто переподключили дальше напрямую. Дальше мы, видите, давайте начнем нашей системы. Установить соединение с интернетом. Да, сейчас мы соединим с интернетом. Wi-Fi, кстати, здесь используется нормальный AC, 5G. У нас здесь 5G в квартире, поэтому он сейчас нам, я надеюсь, найдет 5G. Да, вот смотрите, видите? Предыдущий PlayStation видел только этот, 2.5G. Сейчас вот этот пароль. Так, сейчас, секундочку, мы его введем, я на паузу нажму. Короче, вот мы ввели пароль, сейчас соединяемся с Wi-Fi. Да. Посмотрим, как он будет. О, идет проверка сетевого окружения. Это, видимо, проверяется там скорость интернета. Ну, классно, что они наконец-то сделали нормальный быстрый Wi-Fi. Так, PlayStation камера, это мы не... Ну, а что не будем? Можем подсоединить. Ну, зачем ее сейчас подсоединить? Ну да, в принципе. Потом подсоединим. Она у нас тоже есть, предыдущей Соньки. Так, вот он, Москва. Время. Кстати, правильно, все правильно. Что-то... Кстати, с днем рождения, да, тебя поздравляю. Да, у меня сегодня день рождения, 29 декабря, как раз первое включение, да. Мой день рождения. Вот. Так, смотрите, мы потом еще отметим это. Предлагает нам время, которого система будет выключаться. Мультимедиа 4 часа, общая настройка приложения 20 минут. Ну, нормально так и оставим. В режиме покоя. Ну, тут, в принципе, сохранить. Надо, кстати, сохранить. Почему? Потому что он скачивал обновление и все. Ночью. Сохранить. Решить выключение системы через сеть. А это, кстати, не нужно. Питание к разъемам включить, чтобы было заряжать можно было. Так. Далее. Ну, это лицензионное соглашение мы принимаем. О, завершено. Начать. Не про пишут, просто PlayStation 4. Заметил? Так, тут он юзер, почему-то мне тут не предложил. Сейчас давайте я в учетную запись сейчас сразу войду. О, Lightning сразу. Так. Где-то еще... 60 кадров. Да, кстати. О, как плавно все. Да. Давайте сейчас сразу проверим. Так, звук экран, настройка видео. Разрешение. Ну, видите, тут, собственно, он не поддерживается, ни по 2160p, не поддерживает, ни 4К. Диапазон RGB автоматически, HDR автоматически. А, смотри, не поддерживает HDR. Deep Color, кстати, автоматически. А, даже это не поддерживает. Какой плохой у тебя монитор, Санёк. Ничего не поддерживает, вообще ничего не поддерживает, RGB только и все. Ну, смотрите, 1.4. HDCP, кстати, вот используется, поэтому что мы первое сделаем? Мы сейчас сделаем, где тут вырубается это долбанное RDCP. Ну, вообще-то в экране как раз-таки. Да, видимо, обновление. Ну-ка, сейчас проверим. О, а, сейчас надо обновить. Сейчас тоже сначала только я войду в свою учетку. Так. Только входы, автоматически создание профиля. А, нет, не то. Как зайти? Так. Наверное, PlayStation Network. Вот, войти в PlayStation Network. Ага. Ну, значит, сейчас выбора нет. Нужно обновлять. А, кстати, какой тут стоит сейчас? Давайте посмотрим, какой тут стоит. Изначально вот голая система, с чем она стоит. А вот там было HDCP, кстати. А, вот, кстати, вот. Вырубаем эту нахер. О, сейчас он не гнет. И все. Теперь он нормально будет записывать. Так. Теперь... Че, может, тогда сразу же переключимся? Давай переключимся сейчас сразу, да. Давайте, ребят, сейчас нормальное качество будет. Все, на этом все. Первое включение. Сейчас ждите такого второго включения. Да, давайте.